Мы первый день в Дубае, вот Дианка в этом самом, в аэропорту, мы сейчас ночуем здесь. Пошли из отеля выше, сейчас пойдем как бы закусывать. Пусть. Немножко нечестно, что только что самолета. А этот, соответственно... А, я 15 часов сегодня похожа на эту, которая ведет репортаж? Да. Я похожа. Итак, сегодня у нас случилось так, что мы идем. Вот наш первый день в Малави. Стоит бусик около этого самого. Это Куба, друг. Вон Валера вылезает. Куба? Или нет? Куба. Не Куба. Африка, ёбарсы-то. Ребят, Куба или не Куба? Это Куба. Куба? Да. Ты был за границей, да? Ты знаешь, я хочу выезжать. Тут местные зарисовки. Мы второй день в Малави, вернее первый день. Сейчас едем на прогулку по озеру, вот где она спускается в лодочку. Вот лодочка. Вот местное озеро. Да ладно. Сейчас поедем гиппопотамов смотреть. Че, бегемот плывать, нет? Малави. Thank you.
Авто или, или... Авто, авто. Или ночь. Вон они, вон они. Они как меняют. А у меня тут через камеры не берет так далеко. Надо просто потихонечку это подъехать. Офигенно. Офигенно. Ох ты! Да, так близко я никогда не подбираю. А никто не желает здесь. Не разрешат. Come closer to him, don't worry. It's okay, we are dangerous too. We are Russians. А где-то не опасно. Там Гарден Билл, где-то не опасно, где мы тоже опасно. Окей, иди сюда. Иди сюда, сядь сюда. Смотри, что. Красавица. Ухи, ухи, ухи. Давай. Ух ты! Дай под лодку так. Слушай, а ты можешь нырнуть здесь, а? Я нет. А я вот тут. Где он? Зараза. Под лодкой. Вот он. Маленькие, потом. Да? Ага, маленькие. Маленькие. Ну, когда они точно нет, злые, когда с этими. Ох ты! Тут закат в Малави. В нашем отеле на это самое второй день. Этот Диана стоит. Сейчас поедем на гипотаму второй раз смотреть. Знаем, что поднимать. Слушай, а если два сразу? Да, давай масла. Два сразу, давай два. Два масла. Слушай, и ты мне еще раз. И я тебе покажу. Мы тебя сзади поддержим. Алик, фотографируй. Сейчас. Мы сейчас второй этот самый
день в Малави. Это папаша вот эти два, да, наверное? Какой-то из них папаша. А вон маленький, смотри, какой красавчик. Да, малыш. Смотри, нападай, сейчас будет. А вчера ты один долбанул, молодой. Какая, ты видел репу? Алька, у меня зубы. И репу. Офигенно. О, смотри, влево, влево. Офигенно. Смотри, как он плавает. Офигеть. Офигеть. Вот это да. Слушай, о, такие усики, 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 смотри, Али. Он смотрит на нас. А, он с маленьким. А где маленький-то? Красавец. Вот маленький. Это обычный гипопотам. У нас эти гипопотам. Как грязь. Вот такие в Латвии работает на этом самом, да, на пуле. На нем стоит, да? Да. А там тоже птицы пафосные, да? Дальше немножко. Да. Черная цапля, но это не марабу точно. Завел бы себе бегемотов-то. И вроде как не свинины, и мяса много. По одной ноге потихонечку отрубаешь, что хватает. Костыли потом лучше, так себя ходить. Знаешь, я такой. Я сказал, что хохлядский анекдот. Свинья идет, да, и на костылях, да, все. Это что у тебя со свиньей-то? Вот буду я из-за холодца еще свинью убивать. Смотреть на меня. Андрюх.
спрятались. Андрюх. Давай. Ботинки. Давай, Андрюх, пока есть. Быстро? Давай, все туда. Разок-другой там дохватит. Давай. Там реально, смотри, делай так. Быстро они как, да? Сыграй скорость, да? Да. Я нашел, что пора сюда попасть от него. Я вот прижил. Он маленький. Ты видишь, что у того спина? Таких цок, это мы лодка или кто-то другой уже лодка. Вот
это, да, такой. Такие загорелые они, да. Она протухает. Он улучшается вкус, да, его можно тогда не готовить. В принципе, я помню, вырос, они прямо в бочке закидывают. Хорошо, но а кушать на это это было привычка. Это как обычно. Это вопрос привычки. Да. Но это получается легкая пища для желудка. Да, быстрее, да, она быстрее усваивается, потому что белковые связи. Да, кстати, бардачи. Красавцы какие. Слушай, а это не бритые нифига. А вот эта девочка, а наверное, ближняя. Похоже. Слышишь, один в один. Девочка вот эта ближняя, наверное. Смотри, с какими клыками-то, а? Вот, смотри. Ой, еще и дерутся. А укусные, наверное? Да, слушай. Как вы на эту тему даже говорить я можете? Я любое животное попробовал, честно скажу. Это тебе надо в эту, в Кению, там есть карнивор. Они все скромные. Скромные, я бы сказал. А где она там жила, чувак? Две недели назад в Беларуси была такая. А СП-3 это три, ну, это самое. Да. Ну, три ядра, палочки, грубо, да? Три палочки. Скажи на камеру, то, что сзади, это не орангутан еще. Орангутаны еще будут. Это просто он тренируется. Ну так побежит он или нет? Побежит. Слабак. Что-то ему, по-моему, а может его? С подунища стоит, да? Да конечно, ты что, не похмелил. А выливать ему? Алик? А что ж у него этот бэк-снизик, или как это называется? Батун. Экзайти. Батун. О, танцевать начал назад, грацует. Мне, по-моему, сейчас на экзайти я так еще. Ты видишь, он так? А, его птицы чистят. Да, вот я ж тебе говорю, рулечка. А, вы нехороший человек. Кто? Вы. Да, мы такие. Ну, а ты связан с этим бизнесом? Да? Я мясник. Вообще. Ты мясник, да? Московский мясник? Да. Ворвайтесь, есть. А чем занимаешься? Мясом занимаюсь. Ну, в смысле, ну, задница, конечно. Как у ворожек. Не, ну да, окорок я бы тоже попробовал. Не, я бы левую лопатку. Не, лопатка, левая, она коленка, как бы немножко, да. Вот ты, наверное, по мясу понимаешь, да? Рулечку. Топ сайт, сильвер сайт. Смотри, ты это. Каким настроился. Так я хочу. Трус он? Бегемотус! Офигенный кадр. Мне не трусно, я боюсь. Пока есть такой старый анекдот в тему, да, наш? Продаются консервы из жопы слона, консервы из жопы слона. Из попы слона консервы продаются. Ну, мужик там банку покупает, приходит домой, открывает, опа, пусто. Забегает обратно в этот магазин, говорит, вы что, консервы из попы слона, а у меня пусто, вообще ничего нету, никаких этих слонов. Не можешь изменить этот парень, да? И все это нервные.
патинки. Может, дайте кусочек мяса отрезать. Да ладно. Шухливый, да, такой? Вон ее цапли обосрали, тетку. А это такая ленивая такая скотина была первая. Ребят, лодку не раскачивайте, ну что за западло? Ну чем, мы им там рыбку намутили немножко? Вам-то все равно, а я на видео снимаю. А у нас вид, да? Он же маленький вообще. Вот наш лоджи на бэкграунде, а вот этот типос. Вот наш лоджи, где мы остановились. Я тоже не был. Так что вас одни кинули. Нас с тобой кинули. А это уже что-то. Да. А я сама кинулась. Ну, порычите, вот. Где? Молодцы. Порычите еще. Сейчас поедем на этот самый, на Sunset Cruise. Это вот Малави, мы находимся на третий день на таком лейке. А можно так, чтобы Алик название Боуча было видно? Так встань к нему поближе. Это вода холодная. Будем. Давай, Валер. Опа! Долбануться. Давай, затаскивай ее. Так, нет, давай, нет. Да. Алик, давай, Вен, could you come and help? Давай. Вен, вещи возьмите. А куда ноги? Сюда, сюда. Сюда? Мы надежные. Мы надежные. Все, раз, два, не расслабимся. Валер, вылезайте сюда оба. А то вас там не видно. Запечатлею вас. Знаете, лезь через это. А, ну ладно. О. Я думаю, им жарко здесь будет на солнце. Да. И это солнце особо тоже не. Солнце это как бы не особо хорошо. А за Валера да. Вообще еще обалдеть. А ну да, Валера. О, еще надет сильно. О, поплыли. Отходим, они поплыли. Правда, арбузные корки. И смотрите. И тиандры. Ну то колоритное местечко там, прям вот. Слушай, что у них такое? А это мы туда видим, это деревня. Нет, ну вот это. Мы туда ужинать едем. Ну так я тебе говорю, это деревня. Там за забором. Там. Нет? Крот. Мистер Мэн. Ты мешаешь нам. А здесь вообще сложно. Да ладно. А прыгать-то можно? Я думаю, что ты права. Да я шучу. Не особо тебе. Да. Мог ли ты? Простой деревенский парень. Представь. Да. Не мог. Ну реально не мог. Блин, ну не прыгай так вот, ты ж мне. А, у тебя этот самый, извини, пожалуйста. Что ты вот так вот будешь в Малави на озере Ньяса, да? Фотографироваться. Ну еще и, ну. А слабо тебе к Эннам наступать? Слабо ли ты мало тебе наступать? Слабо не был лис. What I need to do? Everybody. А
тут акулы есть? Не акулы? Их крокодилы боятся. Да, акул нет, акулы нет, они боятся. Там горит, да? Это да. Нет, ну ты что, мы тебя поснимаем тоже, ну, что ли, да? Нифига себе. Лезь. Можно? Можно. Можно. Снимай, снимай. Все. Я разве спросил. Да. За $20 кадр, то есть как бы, Валера, легко. Я скажу, куда деньги складывают. Вот Валера, наш фотограф. Штат. Валера увлечен своим мастерством. Алло. Ты ж хорошо он по парусу идет, да? Без моторов. Не, ветер хороший. Свежий ветер. Из чего они, интересно, делают лодки эти вот? Да. What are from? Where are from? From. Where are from? Hello. Where? Не ори, ты отлично. Хорошо. Тут там даже какие-то утки ходят. Так откуда, непонятно, да? Африка, да, Африка. Понимает, Африка. Смотри. Саупа не зунгуио. Стальнось, нет, не надо. Но! Руша! Раша! 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 Когда была... Красота! Была растаможка. Растаможить машину стоило там $300-500, то есть как бы в России 15 тысяч. Минимум была на 11-го года. Юаровский. Не, мы... Сказать, что ты, войдешь в историю, открывай. Да, так что зачем тебе заехать? Валер, выйди оттуда, с этой стороны. Диана, у тебя сколько стран-то? Я вместе с ним. У меня-то 15. В Монголию съедет. Пока она еще... Китайцам не сдалась, то есть как бы пока они ее полностью не поглотили, китайцы. Съездили. Черт, зараза. Ой, ну ламбатор летает, да. Ну, в принципе, можно, мы еще не такие летали. То есть ЮАР это самое дальнее. А в Австралии тоже не были? Были, да? Да, в Австралии были. Давай. На Питере мы женились. А-а-а. Свадебная церемония, да? Да, но Валерий, привез как бы еще раз. Она у меня правильное воспитание, я говорю, давай свадебную церемонию там делаем. На Бали, на Мальдивах, то есть как-то там, ну, есть же места, где это на самом деле нет. Вот, один раз мы женились, то есть как бы один раз у нас это все произошло. Подожди, это блин, это не же это отпраздновать, она заведется, а потом ты будешь праздновать 60 праздников. Я сколько ей не предлагал, то есть как бы не согласна, я пока вообще не могу. А ты не говори, просто другие закажутся. Какой-то, просто там были такие случаи, я видела, как там мужики, американцы. Жены не знали? На Бали я хотел. Мы вечером готовим рыбу. Нам тут готовят местные друзья, вот тут море. Это самое...
готовят уху такую, рыбу на мангале на пляже. Я вот сейчас свет прибавил. Вот само озеро. Вот наша рыба, которую сейчас будут жарить. Сомик. Приятного аппетита. Давай, подходите к рыбе, мы снимаем. Yeah.
Дианка. Вот она, вот она. Она ручками там перетирает. Все, ее потерял. Панорама нашего отеля. Вот мы в ресторане последний день в Малави отмечаем это самое. Все вот за столом. Встретили тут украинцев. Давай снимаем, где сидишь. Блядь, было все заебись. Так, Валер, покажи свой там. Иди сюда. Славяне, держимся. А с местными вы по-какому разговариваете? Это раннее утро Буантер, столица Малави. Мы как бы близко к аэропорту в одном из районов. Наш отель. Народ стоит. Мы находимся на границе. Это самое, с Малави, с этим самым, с Мозамбиком. Я на только что по пистой ходил. Сейчас мы тут это... Да, я слышала. Там шутит. Я заходила там, смотрела. Кустики, живут. Вот это уже Мозамбик начинается. Вот, ты его засни. Бегом нас бежит к нам. Бегом, увидел нас. Бегом бежит. Вот наш подельник. Летели к Кингоме. Мы сейчас вот на этом самом, на местном самолете. Сейчас вот жду, пока Диана выйдет. Это вот наша группа. Вот наконец уходит Диана. Ну это вот как бы панорама Кингомы. Вот местные самолетики.
это мы находимся в Кигоме, аэропорт. Мы все еще в Танзании. Можно сходить в туалет быстро? Вот где? Может. Точно? Сходи, да. Мы сейчас едем куда-то. А, вот это. О, мы прямо в туалет? Да. Как у нас в деревне. Вот это и есть аэропорт. В этом аэропорту VIP-шный лаунж. Ну, это само здание аэропорта. Мы находимся около мемориала Ливингстона. И сейчас вот этот самый Диан тут с этими самыми детишками разбирается. Мы в Кигома, тут на мемориале 1864 года Ливингстона. Он сюда приехал. Это вот наш бесстрашный Андрей с Дианой. Это вот мемориал Ливингстона. Это вот как Ливингстон выглядел в 1864 году. Где мы сейчас находимся? Прямо вот рядышком с этим озером, где-то 300 метров. Вот это сам монумент Ливингстону. Бусик, стой туда. Вот это вот само, так сказать, сам монумент. Тут мы стоим под деревом, где Ливингстон стоял. Это вот вид как бы на окраины и этот музей, где мы только что были. Старый центр Кигомы, ну рядом с Кигомой реально это такой параллельный городок. Это вот старейшее здание, которое построили немцы, по-моему, 1914, что-то такое году, как типа местного порта. Прямо рядом с островом, наша машина, в смысле с озером. Вот где она. Вот это озеро Танганьика. Центр Кингомы. Сейчас идем как бы по улице. Это самое. В ресторан. Сейчас вот. Они выбирают сыром с этим делом, его закладывают. Мы сейчас идем в ресторан тут местной кухни. Сейчас посмотрим, чем будут кормить. Вернулись в наш отель на Танганьике. На озере. Вот идем сейчас на ужин. Вернее, на обед. Спускается Диана. Вот Танганьика, а это самое, как раз такой тип ресторана, который мы сейчас пойдем. Вот озеро Танганьика. Это вот наш отель «Панорама». Thank you.
это закат на Тумранике. Это мы сейчас на этом же озере Тимлянука, это самое, это сейчас Диана местных снимает. Детишки, это вот само озеро. Ну, лучше места на лодке уже заняты, нам осталось около двигателя. Попроси другую лодку, Али. Да вот Танганьика озеро, мы, значит, это самое, только что сейчас выплываем из бухты. Тут местные рыболовские названия острова. Сломан ребенок, прыгай, пича. Андрей, ты шестоматозник, а? Ну, ты шестоматозник. Ну, я так думаю, что это примерно то же самое. Слышишь? Ты можешь плавать, если ты умеешь плавать. Понятно. Если не боишься шестоматозник. А, умеет. Проблема с умением плавать. Парк национальный на Танганьике. Смотрите этих самых обезьян. Вот они сидят. Ты ему банан покажи. Озеро Танганьика. Вот обезьяны, бабуны. Отправимся через местные саванну в парке Гомби. Наша группа шла. Скоро до шимпанзе дойдем. Вот и маленький у него.
Это самка на вот этом дереве сидит. Так он залез на него? Да. Ну что она такая сильная? Вот здесь встану. Вот отсюда вот смотри, вот сюда встань. Значит, надо разделиться на 5 человек. Так голова одна. Да, да. Сейчас что сделаю. Я не думаю тебе. Сядя она. Я мгуса мгонгон. Там дети горшли. Я мгуса мгонгон. Ногу. Нет, ты больше не делаешь. Потому что, когда ты ходишь, и почему ты ходишь? Ты должен идти на дерево. Он даже видит, он спокойно пробежал мимо. Да, он видит, что мы его ставим. Ты же он совершенно не зло, вот пробегал, да, вот он вот, пробегал. Он не зло. И резко не двигается. Сынок, ну выгляни из-за плечика. Он обхотел, видишь как? Thank you.
немножко боится. А когда всем зуи мальчики капа очень красивые. Ну, Янка в парке Гомо в Танзании, а вот эти шимпанзе сидят. Цинька, я что-то не жду такое.
курс проктологии. Где-то 30 сантиметров от меня. Which sentiment I need moving camera? Yes. Yes. When coming, you have to step aside. Занимаемся фоткой горел. В смысле шимпанзе? Будешь меняться на бегемота. Заранее за дерево схватит. Там не приседается, там другое. Не приседается. Там, да, надо вот так. Сладокница. Да, лезет, конечно. Лучше бы с этой стороны лазил, правда. Для Фарида плохая поездка, ни одной бабочки не поймала. Поэтому не отобрали. Экология нарушает. Когда это дед Павки в Умур обгонял? Да, да. Там коммунистка на дне. Спускайся. Водопад. Красотища. Ну просто озареть. Третий. Няна после хайкинга.
единственный водопад. Попробовать сейчас отобрать. В метре иду. Сейчас нам где-то метр до него. Даже какашки еще. Даже какашки не делали. Эта группа форсирует водные препятствия. Первым идет Валера. Yeah, we can move to offer to make some soils with the chins. Находимся где-то в районе метра. Это не змею увидели, видишь? Да, я говорю, змея. Вон она поползла. Вон она, видишь, какая змея большая? Где? Ну, вон она, вон она. Это не на змею смотрит. Ну, змея на траве лежит, но она шевелится. Вот, смотри, сейчас она это, смотрит туда. Ой. Гляди, гляди, гляди. Ой. Я стою на их тропе, что ли? Может, мне уйти отсюда? Не надо. Вот с детенышем, а это самец. Я, наверное, спущу сюда нужно. Там шар. Я стою сейчас не метр, где-то в районе метра. Детеныш. Ой. Колониальный завтрак. Мы находимся в Бурунди в отеле на берегу моря. Тут отель. Тут, соответственно, панорама пляжа и моря. В смысле, озеро Танганьика к морю. Наш отель в Бурунди на озере Танганьика. Тут само озеро. Вот отель.
все структуры отеля. Вот, вот. Есть озеро Танганьика с бурундийской стороны. Нет, я не могу поверить, что это озеро. Это чистое море. Такие же пальмы, такой же песок. Такой же размер. Ну, на ультралива тут по такому самому проходику. Сейчас поедем и посмотреть слонов и так далее на лодочке. Наш гайд впереди идет. Тут, ну, мы сейчас едем по Русиси Ривер. Это такая... Я в главной роли, но... Это местные пейзажи Русиси Ривер. Это Бурунди. Интересна очень граница между речкой, речной водой и озеро Танганьика. Вот это речка Ларуса. Хотя, казалось бы, там нет ни берега, ничего, они просто так вот соединяются. Это грязная вода вот этого речки приходит. Озеро Танганьика. Национальный парк с вышки обозрения. Тут наша охрана с автоматчиками. А это... территории парка, где мы только что плавали. Вот это вот хипа. Панорама парка. Мы сейчас
в ресторане, вот, видите, вот тут прям подходит. Ты ему с руки дай. Да, да, да. Они не мамы забили? Они не мамы сделали так гадить. Окей, вон и цей лопал. Он не писает, говорит, нет проблем. Да, да. Так, побежит. Да. Тебя он не утянет. Раз, два, два, три. Окей, I see you. Фильм. Снимаешь? Фильм кто кого? Давай. Фильм кто? Нет? Это стоп. А вы то лагаете. Окей, давай. Push again. One more. Hello? Смертельный номер. Он, она подходит. Не бойся, не бойся его. Сейчас, подожди, дай-ка я его поснимаю. Честно, я была смелая, я просто вижу, как он моргает глазиком, знаешь, так, улыбочка у него, этот зуб, они же мгновенные. Да, да, дама подходит. Он прищурился даже. Давай, иди, 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 не бойся его. Он под глазки открыл сразу, так. Ложкина, вот ноздри на 12 раздувать. Нет, поднимай, поднимай его. Ноздри на 12 раздувать, Ян, аккуратней. Только от него цыпки смотри еще от кожи. Хираша! Thank you.
Тут мы едем по столице Буджипура. Это Буджипура, right? You need? Yeah, Буджимбура, yes. Буджимбура, yeah. Мы здесь себе такой сделали частный тур. С другой машины, немножко помягче. Вот, Буджимбура. So what's the name of the dance again? Dance? Yeah. In Swahili. If you say Ingoma. Ingoma, yeah. Ingoma, yeah. Ingoma, it's drums. Ну, как барабан. Okay. Ingoma dance. Это прямо downtown. Yeah. Буджимбура. Буджимбура. Sometimes people ask me, what does it mean, Буджимбура? So, but, oh. What's the word? There's no special meaning for that. It's like, or if you ask me, what's the meaning of Burundi? Or the meaning of Moscow. Yeah. I can say it's just Moscow, it's, yes, it's not like a name which is given by other people. Mm. No. It's like a free town, like a Brazzaville. Oh no. Oh, I see. Was it always Bujumbura? Or it was always Bujumbura. Bujumbura. But when the Germans and the Belgian came. So they couldn't pronounce correctly Bujumbura. So they were pronouncing Usumbura. Mm. But you know, it sounds the same. Yeah, it's still Bujumbura. Yeah, yeah. So they cannot change them. Yeah, they cannot change. Yeah. Monument президенту. Hello. Hello. Monument Бурундийскому президенту. Наверху. Вот это Буджимбура, наверху там университет на горе. Вот, место Стэнфорда. Стэнфорда. Мы сейчас идем смотреть город с высоты. Вот Буджимбура. So this is the suburb area. Ага. See? This is like a good area or it's like poor area? Yeah, it's a poor. You can poor? See. Yeah, we are out of the city with that area. Это Буджимбура, но она немножко сейчас в тумане. Это вот Lake Tanganyika. No, I'm sure where the president lives. Mm-hmm. But you can see the house. See? Can you see this building? Just move to the left. And can you see? Square white building? House. Yeah, just in those trees. In those trees. Square. Mm-hmm. Yeah. Can you see this building? This big building. See, just move to the left. Not far from the high building. Yeah. Those houses. He lives in the trees. That's why you cannot see exactly the house. Бурундийская ландшафт. Ну и, соответственно, вот это Буджимбура. Тут мы все приезжаем. Сейчас уже на выезде из города. Тут такие местные дороги. Вот еще один мемориал Ливингстону уже на сайте Бурунди. Вот это Буджимбура, столица. Этот вот мемориал, это вот бусик, который к нему направляется. What's the name of it? Mugere. 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 Okay, so what? Yeah. So, continue. Yeah, as Livingston didn't want to come back to Europe, but you know that Stanley had that mission to bring him back. So Stanley, while trying to convince him, so he was obliged to follow him. So while following him, so they camped here. So this is a place where they camped. So if there was a hotel like Club du Lac or another hotel in town, so they would have camped in that hotel. So they camped here. So they didn't meet for two nights on 25th November 1871 till 27th November 1871. Mm. So for two nights.
So you stay here, there for 2 nights. So same, they did 2 nights here. Perfect. Yeah. Stolen. For example, you go in this city. Mm-hmm. Yeah, it's called Buyenzi. Came back in 96 till 2003. So he did a two coup d'etat. I see. Yeah. So he wasn't killed during the No, he didn't kill. Alright. No, just pushed away. I see. Yeah. С этим самым, с Бурундой, это самое, и этот самый, вернее, Бурунды с Руандой. Мы сейчас уже переехали на территорию Руанды. Тут местные плакаты. А это самое, вот это уже, это была территория этого самого, как он называется, этой, как ее зовут, Бурунди. Это уже вот мы на территории Руанды. А это вот это самая диспозиция местная. Вот бусик, мы на территории Руанды уже. Вот эта территория была Бурунди. Тут местный флаг. Это мы находимся сейчас прямо на чекпоинте, где-то эти самые оформляют визы. Тут местная территория. Не разрешают снимать сам пост, поэтому я от поста.